Здоров, пацаны. 1700 игр я сделал. 1700. Значит, 700 за месяц я наиграл. 700 игр в месяц. За месяц, понимаете? А мне говорили, что... Да ты, блядь, 1000 игр за 2 месяца наиграл. 1000 игр. Вот я сделал. Я сделал 1000. 1000 игр за 2 месяца и 700 за месяц. Но они не учли всех вот этих нюансов, то что меня банили 200 игр, там обрывание интернета, отключение света. И они тупо так смотрят, 1000 игр, 2 месяца прошло, он вот за месяц не наиграет. Я захотел, я наиграл. Почему я такой вот недовольный, типа вот, сейчас конец доты. Ой, не конец, я не знаю. Сезон заканчивается 9 числа, оказывается, а не 1-го. Там написано 01-06, короче, дата неправильная. 9 числа, 9 сентября. И за 3 месяца мне нужно наиграть... Ой, за 10 дней нужно наиграть 300 игр. За 10 дней. Я за вчерашний день сыграл 50 игр без сна. Вкуриваете что-то за цифры? 50 игр без сна. Ну да, там будете говорить, ой, блядь, это хуйня. Наиграйте, попробуйте. Хотя бы, блядь, 25 сыграть. И каждый день, блядь, по 3 месяца. Каждый день 3 месяца попробуйте. Посмотрю на вас, я вот в этот момент сейчас, вот, в настоящее время, играю, не стою, надо было в начале за компом делать, просто это время. Один Dota Gamer, 2 игры, 3 игры, то есть их там, ну, день я где-то проебал, день с Dota Gamer. И то там, на YouTube зайти, видео какое-нибудь посмотреть, да, там, интересно, еще что-нибудь, это тоже все время, пусть по 10 минут видюха, там. По 20 минут одна игра. Скажите, 50 игр, блядь, как ты так наиграл? Ну, мало нарутовцев было. Люди со стрима, они пишут FF, а те, кто не пишет, конечно, попадают в книгу. О, в тетрадь. Книга, тетрадь, его по-разному называют. И уже 202 человека. 202 человека. Здесь. Некоторые хотят оттуда выйти, но я им даю такую возможность. Разбаниваю, если они там старички. То есть, может, пару дней, да, там, дней 5 в книге можно вытащить. А чё, если там только забанил, он мне пишет «разбань». О каком разбане может идти речь? Снова возьмете за дело. Вот. Я вот сейчас играю 1703 и вторую или вторую игру. Короче, игры у меня идут без стрима по 50 минут. По 50. Какие? Они неинтересные. Здесь уже все понятно. Вот. Счет 4. Ну вот тут более-менее так мутно. Мутные сомнения, вин или не вин. А в основном там 16-0. И не пишут FF, ёптую мать, вы чё, ебанутые что ли? FF писать первым делом до 10 минуте штат столь. Без лейтов, у них в тебе нет, например, лейтов. И пишут FF. В бан. Таких вот сразу в бан, блядь. Ёбнутые. Еще некоторые говорят, 10 минут посмотрим, поиграем. 10 минут одна игра у меня. Вот вчера по 10 минут игры шли. По 10, 15, 20. Потом ночь наступила. Народ стал ложиться спать. Вот. И меньше людей стрим, естественно. У меня мало людей смотрит стрим, по 7 человек. Даже иногда не фул места набираются. Вот. А если бы там, меня 10 тысяч смотрело, прикиньте, 10 тысяч овнит. И итог каков? А таков, что все игры по 10 минут бы пошли. Все. Все. Мало людей хотят со мной играть. Вот. Поэтому еще какие сомнения
типа, давай, ты сможешь 300 игр, да, я, если захочу, смогу сыграть за 10 дней 300... 300 игр смогу сыграть, но... А также отвечу на вопрос, работаешь ты или нет, блядь, деньги там и так далее. Я не работал лето. Как там работать, если я играл в доту и стримил каждый день, То есть там никак вас наебать не получится, не получилось. Даже в мыслях такого не было. Типа, так, надо отдать кому-нибудь аккаунт, потреверить. Нет, нет. Все сам. Вот эти все игры, никто на мой аккаунт не заходил. Все игры мои. Мои, честно, заработанные. Это вам не ПТСы. Тысячи, сколько? 17 тысяч ПТС и 120 игр. 120. Это, прикиньте, я за 3 дня могу такое количество наиграть. Ёб твою мать, блядь. Ну, если так, без нарутовцев. Вот так. Как там? Уёбки судят по ПТСам. Ну, дауны чё? Дауны? Какие ПТС? Команда в пятером играет на ЦМах, блядь, и довольны. И что у меня там 40 с куем процентов финрейт? Ёб твою мать, блядь. Они бы видели, как я играю, ну, в расслабон в основном. Поиграйте вот 3 месяца доты по 17 часов. Ебать, вы, блядь, не знаю, с ума сойдете и, наверное, станете бесплодными. Ну, топ-геймер, да, хоть плодовик. До него это нихуя не действует. А на обычный люд, юзер, например, хочет побить мой, захочет рекорд побить. Все. Через неделю. Как мне писали там. Ты проиграешь всего неделю и зафейлишься, да? Вот. 3 месяца. А тот, надеюсь, попал... Куда, куда можно попасть? В какую-нибудь психбольницу, бля. А, нет, за клевету. За клевету в тюрьму. Сейчас закон о клевете вышел. Но клеветал, блядь, что топ-геймер не способен играть, проиграть неделю за доты, ёб твою мать, блядь. Также вот говорили, 700 игр не сможешь за месяц. Тысяч, ты же 1000 наиграл, 1000 игр за два месяца. Но они не учли отключение интернета, да? Вот. Отвечая на вопрос, меня вот гонят работать, короче, типа... Ты просидел все, давай, иди работай. Будет завтра ясно, завтра я напишу ВК. Будем играть 2К игр или не будем, или не будем. Вот так. Просто я шел к этой хуйне. Считайте, работа, блядь, как там, не волк, да, хуй. В пизду в какой-нибудь Ксении Собчак она не убежит, а я могу... А мои 3 месяца, считайте, пройдут просто так. 1700 игр. Это реально выглядит стрёмно. 1700. А 2000? Там. Он наиграл 2000! Или он наиграл там 1700 игр. Да, 1700, что такое? Так, 7 плюс 7, 1400, там, 650 или 650. Нет. 800 плюс 800. 850 плюс 850. 1700, вот. Уёба какой-нибудь с 800 играми скажет, ой, да это хуйня, блядь. У меня 850, и я играю спокойно там по вечерам. С гулянки прихожу, бабу выгулю, как собаку ссаную, и сыграл я 850 игр. А еще 850. Не наиграете. Даже 1700 рекорд мой уже не побьют, это я знаю. Если за сколько, за 3 сезона, за 2 сезона... Не смогли, блядь, 1300 преодолеть рубеж. Да? Не смогли. Какая речь может, блядь, быть о 1700? Ну так вот, еще. Гайды будут. Будут. По доте. Я не знаю, какой. На странице проголосовала ВКонтакте за доту первое большинство людей, потому что не, люди с Асикапа, да, я же стримлю. Вот, меня в основном на с Асикапа народ смотрит, потому что там тема создана, ну и все. А там только первая дота есть. Дота вторая будет доступна, ну, денег нет, ладно.
У некоторых нет денег, у некоторых комп не поддерживает, деньги есть, а комп слабоватый, что там, 100-200 рублей можно потратить на аккаунт Доты. Он столько вот стоит. Столько стоит Дота. Но скоро не спешите. Поэтому я не спешу ответить, по какой Доте мне делать гайды. Когда она станет бесплатной, это в сентябре, какой-то интернешнл, блять, как там, мальчишки и девчонки. А так приходители. А, это Яралаш, ёб твою мать, блять. Ну, интернешнл, Ванушки интернешнл, ебать, еще одна хуйня. Короче, когда этот интернешнл пройдет, там, чемпионат, сборище уёбков, собираются, играя в доту, кто из них, блядь, сильнее. Какая команда, никто и сильнее, какая команда из них. Также есть люди, которые там говорят: ой, да ты не, нет тебя на интернешнале, ты не топ. Да играйте 1000 игр, хотя бы. Они-то там, они на этом зарабатывают, понимаете? У них есть стимул. А у меня стимул — топ-геймер мира. Никакой заработок лично я из этого не извлекаю, чтобы вы знали. Вот так. Еще. Все видели фотку новую. Ну, не в новую, блядь, короче. Уёбок один заспамил мою страницу ВК фоткой. Ну, там не заспамил, выкинул, короче, фотки эти. Мое детство. Моего детства. А то пишут, типа, ты, не ты. Это не один человек писал там. 3-4, пускай. Потом еще вопросы будут. Так вот. Я их могу удалить. Но я их не удаляю. Знаете почему? Потому что я, блядь, изменился. Раньше я был застенчивым, знаете, такой спокойный. Попробуйте измениться застенчивого мальчика в человека, который может в лицо вам все высказать. Попробуйте. У вас ничего не выйдет. Скажут: я лучше побуду таким мальчиком, блядь. Бабы щенины ебаные. Тима, полная хуйня. Вот 30 минут мы не можем выиграть. Не можем выиграть. Латте наш, у них нет латте в тиме. Вообще нет. Нет, есть. И то воет с одним ПТ на 30-й. Какой здесь нет ФФ? Совсем больные. Могу все. Это скажут: ты только так на камер. Нет. Как-нибудь я выйду, блядь. Все, нахуй, бада, пока. Скажу. Иди отсюда. Вот. Я слова на ветер не бросаю. Эти 1000-1700 там игр вам. Вот вам доказательства. Вот он. Я мог удалить эти фотографии, где там с Ягой, но не стал. Вот эти комментушки. Нахуя? Пусть народ знает, кого смотрит. Кого смотрит. Некоторые даже фамилии свои скрывают, прикиньте, до того ёбнутые фамилии. А что там о детстве можно говорить? Перестал курить. Я не курю уже как год. Все до, из-за доты. Если баба пиздой повеляет, я не клюну на это. Сразу скажу: иди нахуй отсюда, шалава. А какой-нибудь застенчивый мальчик придет домой, начнет дрочить на эту хуйню, и постоянно у него в голове будет эта вот пизда просверкивать, ну потом его заебет. Потом его заебет. Я просто представляю, что это такое. Сам не знаю, а представляю, как это все происходит. Вот. На одну и ту же порнуху, как дрочат. Ну мы же не дрочим. Какое вообще дрочение, если у меня нет времени на куреху? Куреху, блядь. Вот так. 1700 игр сыграно. 20 ливов. Конкуренты все в полной жопе. Антифаны проявляют свою деятельность там. Иногда пишут: ой, да ты до, давай постоянно. Ты до. Так идите. Пишите вот этим 1700-никам, у кого 17-тысячникам, кто в топе,
Ой, я тебя люблю, блядь, ты такой классный, 17 000 ПТС за 120 игр, блядь, в команде, ой, ты молодец. Молодец. Я не думаю, что ему писали этим идиотам стопа. Вот так вот, пацаны. Некоторые даже звонят скайп. Звонят скайп, я им... Ну, они вначале там... Одни звонили, типа интервью брать, интервью. Ну, я адекватно с ними общался, потом смотрю, что-то из них такое агро исходит. Отошел, значит, поссать. Отхожу, прихожу. И мне чуваки пишут, фаны. А, они, когда ты уходил, они тебя материли там. Я такой, понятно. Ну и начал над ними издеваться, блядь. Вот. Нет, равные-то есть в этом троллинге, или как там его, блядь, называют, я не знаю. Есть равные, безусловно. Но не антифаны это точно, не антифаны. Одну и ту же хуйню мне загоняют, да? В конфу врываются, там мне в скайпе звонят и говорят, ты кто? Некоторые вот под журналистами, блядь, представляются, совсем ебанутые, что ли. Вы чё? Совсем конченые. Я пока ничего такого жесткого не достиг, чтобы у меня брали интервью. Ну, 1700 игр, да, 1900 наиграю, это точно, если не буду работать. А вот 2К, нужно без нарутовцев играть. Без нарутовцев. Вот так. Я сейчас играю, знаете сколько? Минут 34-35. Наш латте, снайпер, 3.12. Мы не пишем FF. Я готов написать. У них уже все подкачался, поэтому я и задел эту тему. Ну, блять, короче, здесь уёбки. И антифаны тоже. Они не очень, пацаны. Не очень. Ладно, ребят, все. Давайте, это или последняя Dota Gamer, или предпоследняя. Просто если я пойду работать, скажете, кем? Ну, не станком, не на станке. Прикиньте, топ-геймер за станком. Нет, конечно. Так вот, камеру возьму. Камера. Потом все. Видюху на комп, кстати, тоже можно захуярить. Но я не хочу брать какую-нибудь старую модель, там, 560-ю GeForce. Нужно новую, блядь, которая там недельки. Недельку всего назад вышло, и взять и такую, короче, крутую. На это придется работать. Ну, я не знаю. Короче, все, почему. Давайте, пока.